Их много на нашей земле. Горькая и гордая память о великом подвиге великого народа. Уже выросло поколение, которое никогда не слышало свиста вражеских пуль, не читало похоронок. Но по-прежнему лежат свежие цветы у подножия памятников и замолкают седые ветераны у дорогих могил. Они все помнят. Бойцы партизанских отрядов Калининской области, приехавшие из разных городов на места своей партизанской молодости. Они помнят лесные костры, ярость ночных налетов на вражеские гарнизоны, горящие на откосах эшелоны, помнят павших товарищей. Они пришли сюда, в поселок Пена, к могиле героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Памятник партизанской Чайки – это памятник молодости, отдавшей жизнь, чтобы жила вечная молодость нашей страны.